А вот павильончик вина. Надо зайти посмотреть, какие здесь вина. Видно, что много Мы с разных. Валей зашли в винный погребок. И здесь такая приветливая продавец. Мы сейчас дегустируем вина. Вот это гранатовое вино. Очень вкусное. Попробовала. И вот смотрите, здесь вот белый мускат и розовый. Розовый для меня вообще необычно. Я попробовала, мне очень понравилось. Так что сейчас будем выбирать. Что возьмем с собой? Нам Даня предложила попробовать айс-вино. Видите, это холодное вино, пьется холодным, как я поняла, даже вот со снежинкой. Так что попробуем, что это за вино. Магазин натурального болгарского вина. Находится он на улице Кирилл и Методий, 45, в городе Созополь. Войдем в магазин. И я вам чуть-чуть покажу. Заповядайте в наш винарно. У вас самые болгарские вина. И можете дегустировать всякое наше вино, которое имеем от Бяла Черква. Това е младо вино Бяла Черква. Също така предлагаме от лежалото вино на Бяла Черква. Другата винарна, която е добра българска, това е Видинска гъмза. Класные вина. Класное вино. Да. Они уже отлежало. Это уже вина такие Предлагаме крепленные. също на Руевит, това са вина с восък, това са отлежали вина, това са червените ни вина. Вот даже смотрите, на подарок даже взять. Видите, как все запечатано. Вот такой вот магазин, очень даже солидный. И вина хорошие. Мы, А конечно, наше взяли. уникално вино, както е българско, това е също виното ни от Нар. Предлагаме вино от смокиня, предлагаме вино от малина, вино от капина. Ага, даже вот есть такие вина из инжира, и най-известно, малины. като ние се водим с българската роза, имаме българска роза. Да, популярная болгарская роза, даже вино. Кстати, я сама ни разу не пробовала болгарскую розу. Надо будет тоже попробовать. Продавец очень очаровательный, Даня зовут. Рекомендую посетить этот бутик, когда вы будете в Созополе.